Утром 14 марта текущего года над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата МК-9 в направлении государственной границы Российской Федерации. Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами, с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, и доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных ППО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9 часов 30 минут по московскому времени беспилотный летательный аппарат МК-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Хочу подчеркнуть, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.